Приветствую всех, мои дорогие друзья, меня Гет зовут, и мы продолжаем проходить Hotline Miami 2. Вот в пятницу я сдал проект наконец-то свой. Да что же всегда так громко, не вовремя? В общем, я сдал свой универский проект, у меня сейчас каникулы, можно так сказать. И я сейчас буду буквально каждый день записывать что-то интересное, поэтому можете ждать много новых видео. Опять же, хочу сказать спасибо всем тем, кто оставлял хорошие комментарии на моих видео под Hotline Miami. У меня куча видео на канале. Если вы новенький, то вы можете пойти и посмотреть в плейлисты. Я записываю кучу игр с PlayStation 1, с PlayStation 2. То есть оригинальные PlayStation 2. Я не использую эмуляторы. То же самое с PlayStation 1. И много прохождений, которые я делаю со своими друзьями-летсплеерами. Так что, если у вас есть время, вы можете посмотреть, то есть что-то что я записывал еще раньше, когда я активно этим всем занимался. Давайте продолжать проходить. У нас Hotline Miami 2, и у меня есть люди, которые это прохождение очень сильно ждут, поэтому давайте уж приступим. Death Wish, Skip Intro, No. Давайте вспомним, что у нас там было. Так, у нас есть... Опять новые маски и так далее. Поехали. Эй, ребята, я только что получил новые маски, что мы заказали. Круто, да? Маски петухов. Ну как, они нравятся? Ребята. А, ну это мы все... Мы, кстати, в прошлой серии это все читали, так что я сейчас пропущу. Звонит телефон. Мы его поднимаем. Это не один из этих телефонов. Бла-бла-бла. Давайте... А, ну ладно. Видимо, скипнуть сразу нельзя. Просто там было интро перед тем, как мы начинали уровень. Они там что-то говорили, и я это все пропустил, мне кажется. Так. Пойдемте в машину. Death Wish. Ты можешь наконец открыть дверь. Скоро стемнеет, они могут скоро уйти. Это была твоя идея, 2 часа следить за этой халупой. Я работаю так быстро, как могу. Но мы не могли же просто вломиться внутрь, знаешь, всегда нужен план. По крайней мере, мы знаем, где они. Просто, блин, открой эту штуку, ладно? Может быть, тогда ты хочешь поменяться местами? Я уверена, что ты мигом ее откроешь. Ага, я так и думала. Кажется, готово. Ладно, ребята, увидимся на крыше. Не забывайте, держим связь по рации. Насчет крыши. Ты уверен, что мы сможем перепрыгнуть на соседнее здание? Мне показалось, что оно довольно далеко. Оно не так далеко, но по крайней мере для нас. Однако у тебя могут возникнуть трудности, здоровяк. Ага, и ты иди в жопу, друг. Музло. Так. Надо собраться. Первые смерти, как вы знаете, всегда новичковые. Так, тут как-то можно сделать такую вещь. Вот это вот. Вот. Окей. Я так понял, что оружие, походу... Ну, то есть нельзя выкинуть, только с ним сейчас весь уровень надо будет бегать. Или, возможно, если я его потрачу до нуля, тогда мне дадут возможность его выкинуть. Тогда я что-нибудь другое смогу поднять. Окей. Хорошо, давайте сейчас чуть-чуть осмотрюсь. Так, а как перезарядиться? Вот, никак. А, вот все. Окей. Отлично. Бежит он, бежит, да. Вау! Я здесь закончил, поднимаюсь по лестнице. О!
Отлично. Так, оружия у меня нет. Задница. Ау, окей. Так, так, я тупанул жестко. Новичковой смерти, новичковой смерти. А, ну, режь его, ё. Не ожидал. Мне кувырки у зебры не нравятся совершенно. Очень ненужный скилл. Только путаешься из-за него. Ау. Так. Тварь! Ну кувырки сраные! Что это вот это вот? Что это вот это вот? Я налево смотрю, он кувыркается вправо. Вообще странный. Вот, я налево смотрю, кувыркается вправо. Так. Воу, 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 воу. Нет. Хорошо. Да, конечно, ну. Самый дурацкий персонаж, честно. Эти кувырки, они не нужны никому. Что, от кого уворачиваться? Как встаешь, все равно стреляют. Что мой. Ну же рядом всю свору убил. Так, толстый. Так, у меня есть автомат. Собаки, чертова. Другому никак. Эту игру тебя заставляет так походить, как крыса какая-то. Фух. Похоже, я здесь закончил. Как дела? Иду на следующий этаж, увидимся на крыше. О, ну наконец-то нормальный персонаж. Нормально, он толстых может бить так сильно. Так. Отлично. Вау, тварь. Давай, стреляй уже, ну. Давайте, твари, своими автоматиками. Давай, один на один. Чё, засали? Все! Кажется, у меня все чисто. Подождите, что это было? Кажется, я что-то слышал. О, это мои любимые жеребята. Жеребята. Поехали. А, конечно, да. Откуда, откуда я не вижу? Один на один, когда так зассали все.
Я вот не вижу этого, кто там меня убил в прошлый раз. А вон они. Может быть, убил их я? Одного только. Окей. Фу. Фу. Не вижу. Давай, блин. Я испугался. Так, в этот раз получилось. Один с автоматом вам остался. Вот как мне увалить? Фух, я это сделал. Боже ты мой. Блин, вот этот классный уровень, все кроме Медведевского, потому что это просто бред какой-то. Не Медведевского, с зеброй. Медвежьего, блин, Медведевского. Мне не нравятся уровни с окнами и вообще с открытыми пространствами, где враги стоят где-то там, где ты их не видишь, и они тебя издалека стреляют. Это, по-моему, это вообще просто несправедливо. Такой удар в спину. Ножом. От создателей Hotline Miami. Ладно, мы уже на крыше. Как у вас дела, ребята? Ау, есть кто-нибудь? Ребята? Это как вот ему-то казалось с масками медведя. Они не отвечают. Может быть, твоя рация сдохла? Я так не думаю. Кажется, работает нормально. Вернемся и проверим, как они. Может быть. О, Эш! Ржет. Какого хера ты ждешь? Наших убили. Окей. Странно. Самых моих любимых персонажей убили. Лебедей. Эй, тебе здесь нельзя находиться, ситуация у нас под контролем. Очень на то похоже, я беру командование на себя. Ты не можешь этого сделать. Просто наблюдай. Кто у нас тут? Маскарад? Еще одна группа мстителей? Или я не ошибаюсь? Не стреляйте, я сдаюсь, с меня хватит. Просто арестуйте меня и покончим с этим, хорошо? Хватит с меня войны. Да? Ты хочешь свои 15 минут славы? Ну, а я так не думаю. Знаешь, что происходит с такими бандитами, как ты? Охренеть, всех поубивали. Видишь? Вот что происходит. Медведя убили, зебру убили и Тони убили. Да. Сэр, вы в порядке? Что здесь случилось? Он набросился на меня, пришлось его вырубить. Было так, или он, или я. Это странно, по крайней мере. Кажется, моя работа здесь закончена. Остальное на вас. Пришел так вообще нормально. Что за бред? Наших всех героев убили, за кого мы теперь играть будем? Мы опять играем за писателя.
это его квартира, походу, у него детская комната там, с игрушками какими-то. «Доброе утро, милый, не хотела будить тебя», — ответила Джимми в отвела Джимми в школу. «Завтрак на столе. Увидимся вечером, люблю, Шэрон». Так. Походу, нам надо валить. Ваши билеты, пожалуйста. Эй, мистер, мелочи не найдется. А, это бомж какой-то. Конечно, держи. Мне что, нужны твои грязные деньги? Извините. У нас еда набирается плата за аренду. Может быть, стоит бросить стоит бросить попытки стать писателем? Нам нужно детей кормить. Тебе нужна настоящая работа, дорогой. С этой ничего не получается. Шэрон, что здесь происходит? Я уйду, заберу детей и уйду. Тебе не придется этого делать. Эта книга, она будет хороша, обещаю. Просто дай мне еще немного времени. Время — то, чего у тебя нет. Может быть, стоит заново расставить приоритеты? Что ты говоришь? Мне не нужны твои вонючие деньги. Окей. Метро. О! Что ж вы такие? Окей. Ау! Так, я не понимаю, что происходит. А, понятно. Все. Мне просто один подписчик сказал, что можно отменять эти... как его, добивание кружочком. Я этого не знал. Давай, 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 давай. Теперь я смогу брать. Оу-оу-оу. Все в метро с оружием ходят, не понимаю, что происходит. Окей. Музыка это вообще странная. Воу! Воу-воу-воу. Встретили хорошенько меня с автоматом. А что ж ты будешь делать? Так. Нет, 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 надо продумать план, который такой вот. Беги, мочи. Так, вроде я. А, вот еще один. И он последний там. Фух. Последний вон где-то в туалете. Отлично. Теперь это наша территория, ребятки. Расколотим тут все. Окей, понятно, какие-то вандалы. Что происходит? Воу, тревога! Понятно. Вау! Так, подожди, стой, я могу такую кучу развалить. Просто нужен ножик. Ес! Ну я не папка разве, а? Что он делает? Что это? Стучит палкой, долбит что-то по полу. Зовет кого-то, зывает. А звать-то уже некого. Без плюсом. Ну ничего. Приехал домой, подубасил чуваков в метро. Походу, или куда он приехал? О. Извините, что не могла открыть вам дверь.
Мои ноги уже не те, что раньше. Вы тот писатель, который звонил раньше, да? Именно, мэм. Я надеялся, что вы сможете рассказать мне о вашем сыне. Он был самый милый ребенок. Я не знаю, как он вляпался в этот переплет. Я уверен, что это было для вас шоком. Да, и я заметил, что он стал вести себя как-то иначе. Он всегда был одиночкой, если честно. Внезапно он начал встречаться со старыми друзьями. Я даже не знал, что они у него есть. Я не придавал этому особого значения. Мужчина в его возрасте не должен быть все время один. Я всегда ощущал, что я его сковываю. Видите ли, он заботился обо мне. Он рассказывал вам что-нибудь о том, что произошло. Я навещала его лишь пару раз в тюрьме. Он не рассказывал мне ни слова об этом. Сказал, что мне лучше не знать. Вы не знаете, что с ним случилось после побега? Он выходил с вами на связь? Я не могу об этом говорить, не так ли? Слушайте, я бы действительно хотел поговорить с ним. Ну, если он позвонит, может быть, я могла бы дать ему ваш номер. Тогда он сможет решить сам, чего он хочет, что хочет говорить о нашем... Хочет ли он с вами говорить или нет. Это очень разумный выход, спасибо. Пока я здесь, хочу спросить вас, можно ли осмотреть его вещи? Да, пожалуйста, комнату у моего сына вверх по лестнице налево. Я ничего не трогал. Окей. По лестнице. Так. Видимо, не здесь. 10 марта, 16 марта. Что-то подобрал. Какие-то кассеты, записи. Все, валим. На диване написано The End. Опять мотается все это дело куда-то назад. Я почитал комментарии, кстати сказать. Опять, вот, Гавайи какие-то. Я почитал комментарии, я так понял, что вот это вот событие вот этой войны, это происходит в 80-х годах. То есть это холодная война здесь какая-то, да, я так понял. Война с русскими и так далее. И здесь, оказывается, есть наш герой, Джекет, который был героем прошлой части, первой Hotline Miami. И, видимо, мы играем за этого чувака, такого бородатого здесь, который, кстати, был постоянно барменом. И я так понял, что Джекет... После того, видимо, что-то с ними случится, или я так не понял, что там случится, еще сейчас узнаем, видимо, мы. Но Джекет после войны, видимо, единственный останется живой, и ему будет казаться, каждый бармен, вот, или там кто-то в магазинах всяких, будет казаться его друг. То есть, здесь вот можно увидеть его, кстати. Да, думал о чем. Когда вернусь домой, я думаю открыть бар. Но ты же любишь выпить. Слушай, я серьезно, думаешь, это плохая идея? Раньше работал барменом. А что ты будешь делать, когда мы вернемся домой? Я учитель, забыл? Когда вернусь, у меня будет работа. Однако я уверен, что из тебя выйдет отличный ресторан, ресторатор Барнс. Какой дурак не пойдет работать в пьяницу социопату? Да-да, иди ты в жопу, друг. Как насчет вас, лейтенант? У вас есть планы? Я не уверен. Бар — это звучит здорово. Что угодно, лишь бы не ходить с пистолетом и не стрелять в людей. Может быть, открой небольшой хозяйственный магазинчик или что-нибудь в этом роде. Поставлю маленький телевизор рядом с кассой, буду просто сидеть там везде и отдыхать. Кажется, у вас уже все тут продумано. Я пытаюсь не думать об этом слишком много. Никогда ничего не выходит так, как ты ожидаешь. Ладно, я пойду посмотрю, почему задерживается полковник. Мы должны были выдвигаться на рассвете, солнце уже как час встало. И этот вот, походу, у нас Джекет вот лежит, загорает. Лейтенант, у меня хорошие новости, кажется, мне дают повышение. Хотят дать мне генерала-лейтенанта. Вы не выглядите довольным, сэр, что-то вас беспокоит? Ты что, не видишь, что я праздную? От чего мне быть недовольным таким званием? Ну, за исключением того, что мы проиграем эту войну. Ну, о хорошем, вас с ребятами скоро отправят домой. К сожалению, прежде у нас есть еще одно задание. То, о котором вы рассказывали прошлой ночью, сэр. Оно самое, нападение на вражеский лагерь всего с 4 солдатами. Хорошо, что вы элитный солдат, да? Дерьмо, а не задание. Ничего хорошего в нем нет, сынок. Будьте осторожны в этот раз. Не погибните понапрасну, слышишь? Да, сэр? Ну, тогда хорошо, с Богом. Окей. И куда? Ой, я думал уже все. Видимо, не сюда.
Куда? Вроде туда. Окей, а что делать? Я что-то не врубил. Я куда-то за карту ушел. Что происходит? А, ну вот, поехали. Stronghold. А, выбираем оружие. Окей. Big Machine Gun, Shotgun, Machine Gun. Давайте Big Machine Gun. Поехали. Так. Жара, видимо. Оу, там толстый был, не увидел. Застреляли. Нет, толстого убить в упор не получится. Что-то какая-то машинка ни о чем. Просто не могу никого убить. Фух. Get ammo. Окей, ammo у меня нету. Где мне взять амму? Придется с ножом бегать. Оу. Он меня не видит, что ли? Я думал. Окей. Ау. Музыка такая, даже какая-то красивая. Кажется, какой-то из какого-то ланжевого микса, можно так сказать. Ау! Что? Там что, нет стены, что ли? Как он меня так через стену-то убил? Так. Да что ж ты, не могу в упор никого убить. Так. А, это бассейн, наверное, какой-то, или что это? Бассейн с мешками. Поэтому меня могут через стены валить там. Я думаю, что за фигня? Походу последний. Сейчас не лохануться бы. Ура. Фух, так. Амо! Ура. 10 патронов. Вон там еще глюч, чувак, у этого. О, тут за кустами чувак сидел, нифига себе. Я случайно стрельнул буквально, и вот, умер чувак у дерева. Вон еще. Там с ума сходил что-то. Покойся с миром, брат. Суши весла. Так. Отлично.
Что еще? О-о-о-о-о. Бежит. Вот последний. Нет, не последний. Вон прячется. No ammo, отлично, блин. Фух, так, пошлем. Патроны кончились. Патроны! Да ладно, я его убил. Ножом, что ли? Или он просто не успел добежать до меня и сдох? Воу-воу-воу-воу. Так. Твари. С автоматом, твари, крысы. Давай, как мужик. Ага. Конечно. Да я вот всегда, всегда так. Убил всех, и один приходит какой-то убивать тебя ниоткуда. Ну, кто там, кто? Давай, вот сейчас никто не бежит. Конечно, да. Давай, еще четвертый, где там прятался? Так. Какая красивая музыка. Убиваем людей, кровь, кишки, мясо. Так, прятаться надо. Я этого толстого не убью, у меня патронов нет. Где там, мол? Так, кто там? Фух, это было. Ну где там, я ж сделал. Так. Еще раз гитаму, пошли. Че он сразу не может снять по 300 патронов? Ага. Так. Неужели, господи? Это Дэн, я закончил чистку квартиры на верхнем этаже. Прибыли ли новые гости? Это Майк, я снаружи встречаю вип-гостей. Ладно, я спущусь и заберу их багаж. Окей. Пойдем. Отличная работа, солдат. Спасибо, сэр. Моим бы людям вашу подготовку. Мы пытались взять этот лагерь несколько недель, понесли тяжелые потери, но я рад, что теперь мы можем забыть об этом. Да, сэр? Отправляйтесь назад, разбейте лагерь и отдохните. Я должен собрать своих людей, наша рота присоединится к вам позже. Так точно, сэр. О, мне дали АВП. Снайпер райфл. После этого мы едем домой. Так сказал полковник. Думаю, это хороший повод, чтобы отпраздновать. Да черт возьми, нужно глянуть, оставим ли мы коммуняки. Оставили ли коммуняки нам что-нибудь попить? Жара меня убивает. Я бы тоже выпил чего-нибудь. Как думаешь, когда полковник придет сюда? Я уверен, что у него пара бутылочек припрятана. Может быть, не скоро, дороги тут опасны. Наверное, нам пора стоит ограничиться водой и поспать. Я буду чувствовать себя гораздо безопаснее, когда придет рота Д. Разве ты не слышал? Эти парни трусы, нам лучше будет без них. Мы захватили это место сами, верно? Зачем они нам? Наверное, ты прав, Барнс, но чем нас больше, тем безопасней. Я пойду немного полежу, ночью мало спал. Разбуди меня, когда придет полковник, хорошо?
из-за толстого. Так, ребят, давайте мы закончим на этом серию. Я сейчас отзаписывал вот это все. И мы продолжим в следующей серии. Я сейчас, наверное, продолжу сразу писать. В любом случае, надеюсь... И мое любимое слово «паразит», словосочетание «паразит», это «в любом случае», вы уже все знаете. Так что в любом случае, в любом случае, в любом случае. С вами был Гет, всем пока.